Друзья, добрый вечер! Мы с вами оказались в новоселье, новейшем ультрасовременном районе неподалеку от Стрельны, на свежем воздухе, где реализована вот такая вот парковая скульптура «Стелла», созданная по проекту архитектора Олега Манного из студии «Футура Архитектс». Все конструкции, друзья, выполнены консульским бюро «Асталь». Давайте обойдем ее и посмотрим. Она выполнена из грубого железобетона, так называемого бетон-брют, друзья. Давайте посмотрим острый ракурс сзади. Минуту мы уже не укладываемся, поэтому давайте обойдем эту постройку. Сооружение сложно оценить без масштабных признаков. Оно имеет длину 23 метра. Высота стеллы, друзья, 7,5 метров. Голый железобетон по настоянию архитектора был выбран вот такой вот максимально светлый цемент, который давал близкий к белому. Оставлены следы опалубки на лице конструкции в стиле Акселя Шультеса, да, и Тадао Андо. Это, можно сказать, новый брутализм. Влияние современной архитектуры Запада на новую российскую архитектуру. Одновременно это и объект парковой малой формы, и скамейка для отдыха, и легкий навес от дождя и снега в дни весеннего ненастья. Итак, друзья, новоселье – один из последних реализованных проектов «Асталь». Чистый железобетон. До новых встреч!